Бог в женщину вложил свои мечты и все умения, мысли, вдохновения, чтобы служила эталоном красоты, могла б меняться каждое мгновение, то феей, а то ведьмой предстать, то нежным ангелом, то строгой дамой. Была б умна и всем богам подстать могла повелевать и быть любовью самой. Он дал ей силы от земли и неба, добавил жар огня и хлад спокойных вод, нектар цветов и аромат душистый хлеба, источник жизни, главных правил свод. Так что ж есть женщина, загадка мироздания, ее понять за все столетия не смогли. За Божий дар несут ей воздаяние и в жизни совершенством нарекли.